Итак. Продолжается фестиваль демоверсий в Стиме. А мы продолжаем рассматривать демоверсии, и следующей игрой будет игра от китайского разработчика с названием Heroic. Как можно понять из названия, тут явно будет рогалик. И давайте, наверное, начнем с обучения. Добро пожаловать в обучение, она научит вас, как сражаться. Каждый ход враг показывает свои намерения над головой. Например, он собирается атаковать. Окей. А это означает, что враг будет атаковать Пуишен 2. Видимо, вот его. Так. Атака, и сколько раз будет атаковать, получить баф в ступоре и неизвестность действия какой-то. Окей. Решим уровень для персонажа. Перед действием поднимите уровень персонажа. Так, когда вы повышаете уровень, вы можете выбрать из трех вариантов, что усилить. Следуя различным усилениям, персонаж будет получать различные стили игры. Так, можем штаг делать, чтобы на атаке накладывали шок. Когда цель получает шок, получает урон на равный уровню шока. В конце уровня... Так. Можно встать в защитную стойку. В начале битвы получаем джеб 99CD. Учим навык джеба на максимум и минимальный урон на 3. Где можем стать охранником. Щиты также защищают, видимо, следующую цель. О, давайте возьмем, наверное, шок. Нет, пожалуйста, следуйте гиду. Окей. Итак. Это можно, чтобы стакать дебафы. Здесь можем взять, чтобы увеличивать урон от атак. А здесь можем, чтобы защищать щитом. Окей. Ну, давайте, наверное, тогда тебя. Окей. Это позволяет Ши стать главным атакующим. Следуйте гиду. Щелкни на позицию номер 4. Где 4? Да, 4. Так, щелкни на позицию номер 1. Транспозиции, триггер Ши, чтобы пассивно атаковать. Транспозиция. Окей. Итак, благодаря выбору мы брали 99 кулдауна в начале битвы. Мы можем кастовать один навык в этом раунде. Давайте выберем джеб. От 5 до 7 урона цели. Давайте используем на тебе. Оп, 7 урона. О, когда персонаж мертв, автоматически переключается на запасного живого персонажа. Окей. Их еще несколько. Только как энергия закончится, вы можете использовать навыки по желанию, но окей. Окей, щелкните завершить ход. Допустим. Так. У врага есть дебаф. Это Джексон, но... Фигайте мышкой по иконке, чтобы посмотреть бафы и дебафы. Чего у тебя? Молчание. Он не может использовать навыки. У нас есть девочка с куколками, с длинными ушками. Люблю таких. Так, что использовала джеб 0 раз в этом ходу. Окей, давайте переключимся на Джексона. Поменяемся. Поменяйтесь на резервного персонажа. Ой, здрасте. Оп. Мы нанесли урон. Когда персонаж меняется на резервного персонажа, бафы и щиты остаются на доске. Вот, щелкните на Джексона. И снова щелкните на кнопку поменяться. Поменяйтесь на другого союзника, ну, например, на тебя. Нет, а на кого? На другого союзника. На тебя? Нет. На тебя? На тебя. Окей. Все, теперь у него нету. Молчание. Может, молчание у него нужно на второй слот. Поэтому давайте воспользуемся большим щитом.
от 5 до 12 урона. Тебе бах. Смотрится, конечно, забавно в этом, но с этим переводом играть довольно проблематично. Так, какая-то монетка, она прям богата магией, позволяет героям повышать уровень. И 26 обычных монеток. Окей, все. Так, после того, как награда возникнет, у нас есть выбор дорог. Выберите любую дорогу, чтобы закончить туториал. Ну, давайте сюда. Давайте попробуем на изи что-нибудь пройти. Не уверен, что у нас это получится с таким-то переводом. Итак, мы просыпаемся в темноте. Темно. Окей. О, странный... свет. Интенсивно оставляет нас моргать. Мы двигаемся вперед. Мужчина протягивает руку с предметом на ней. Продолжай. Или выбери исчезнуть. Так, мы можем выбрать Джексона, и, собственно, кроме Джексона никого нету. Ну, давайте выберем Джексона. Так, второе, мы можем выбрать оленя. Не есть ши. Убивает энергию. Убийство врага дает нам энергию. Так, наносит урон одному врагу, увеличивает урон дебафами. Так, наносит урон одному врагу, накладывает слабость. Наносит урон одному союзнику и всем врагам, увеличивает урон дебафов и наносит урон врагам несколько раз, накатывает случайный дебаф. Ну, давай тебя возьмем, ты няшная девочка. Няшная девочка — это хорошо. Давай возьмем тебя, ты еще одна няшная девочка, наверное. Так, и возьмем, наверное, Гудини. Один союзник меняется местами, получает щит. В начале битвы призываем теневого слугу. О, призываем теневого слугу. Это хорошо. Так. Меняемся с союзником. Усиливаем теневого слугу. И, собственно, теневая слуга тут та безголовая девушка, которая у нас была. Безбашенная, можно ли так сказать? Окей, давай возьмем Гудини. Выбор у нас все равно не такой большой. Итак. В конце битвы награда может содержать реликвию. Итак, такой вот мешок для битья. В конце битвы будет содержать 5 монет с опытом. У нас 5 энергии. Давайте посмотрим, что у нас есть. Джеб. Давай, наверное, переместимся. 3 урона. Так, давай продолжим тебя бить. Бум, 4 урона. Отлично. А 4 до 8 урона, давай 5 урона. Неплохо. О, она миленькая. Так. Ну, давай тебе. Оп, 13 урона. Готовенько. Получили бита-соду. В начале биты получаем... А, все союзники получают одну силу. Выпей, чтобы усилить тело. Ну окей, плюс немножко монет с опытом и немножко обычных монет. Давайте. Ну, подбирать награды, наверное, нет. Что у нас здесь? Пройти и сражаться. Монстр, который пахнет рыбой, возникнет на пути. И здесь должна быть безопасная битва, если ты выберешь эту дорогу. Ну, давайте какой-нибудь. О! Уменьшает. Вот одного говна. Ну давай, 10 до 15. Бул, 11. Так, ты собираешься атаковать тебя? Ну, я думаю, мы это посмотрим. Так, оп, 8. Отлично. Давай тебя, может, от 3 до 5. 1 до 4. Хотя можем поднять уровень. В начале биты можем получать одну защиту. А можем поднять минимальный урон навыков на единичку. В чем разница? Маники-маники. А, ну, два разных навыка. Смотри, каким будем бить. Ну, давай джеб. Повысим минимальный. А что, мы всех можем поднять? Мы всех можем поднять. Ну, давай тогда всех поднимем. Давай тебя. Мы тратим, кстати, на это монетки. Так,
можем минимальный урон повысить. Давай тебя, девчонка. По тебя мы забывать не будем. Давай тебя. 4-5. Нам надо тебя взять. Оп, 7 урона щитам. Так. Теперь давайте таунт. Так, он будет атаковать меня. У меня еще есть энергия, поэтому давайте, значит, атаковать. Возьмем щит. Это была не самая умная идея, но атакуем кулаками. Все, энергия закончилась. Кусь. Немножко здоровья потеряли. Так, от 11 до 15. Давай тебя, хоп, 11. Годится. Надо хоть тебя повысить, наверное. Вот это вот. Так, больше дебафов. И давай тебя еще повысим. Почему нет? Можем восстановить 5 здоровья один раз. Давай тебя. Микрос смерть у нее забавная. Ну, давай так. 3. Не страшно. И давай тебя еще повысим. У нас самый няшный член команды. Давай тебя. Можем у тебя. Недостаточно монет. Ну и ладно. Так, дэш. О, если повезет. 9. Отлично. Теперь тебя. 4 до 5. Может повезет. Давай джаб. 2. Слабенький у тебя джаб пока. Может, ты можешь что-то. Так, ты будешь атаковать тебя. Вот, давай таунт. Пусть атакует тебя. У тебя 10 щита. Поэтому это не страшно. Давай пинок. 2. Ну чё так слабенько-то? Слабенько. Кусь. 14 кусается. Так, давай тебя добьем. О. Есть. Получаем немножко монеток для повышения уровня. Немножко обычных монеток. Давай попробуем повысить тебя. О, ультимативный скилл. Эмоциональная коммуникация, либо новый друг. Так. 8 урон врагу несколько раз. Ну, давай тебя. Куда пойдем? Так. Дорога впереди всегда имеет препятствия. Иди сражайся, и монстр ждет. Давайте препятствия посмотрим, что у нас здесь. Ой. Гоблинская кровь. Да. Атака накладывает один случайный дебаф. Давайте это накуем немножечко, наложим кучу дебафов. Так, что у тебя тут? Резонанс. Когда цели получают урон атаки врага. Значит, тут мы с вами получим 4 урона, плюс стан, плюс шок. Класс. Так, давай тебя. Оп, 12 урона. Давай тебя. Бум, 13 урона. Так, у нас один ход, да? От 5 до 9. В принципе, 7 от 5 до 9 он входит. От 4 до 6, от 4 до 5 это не то, этого недостаточно. Тут всякие дебафы, смены. Ну, давай попробуем затаунтить, например, тебя. Так, это бесплатно. Дальше. 4-5 урона нанести. Лучше 5-9. Вот сюда. 15, потому что у него мало здоровья. Минус 1. Отлично, у тебя есть 8 щита. Я думаю, нам этого должно хватить. Но мы можем сейчас поменяться местами с тобой. Оп, урон нанесли.
Фалюс. Давайте можем еще щит получить, по идее, можем еще нанести урон. Давайте попробуем нанести урон. Оп, 4 урона. Так, можем и тебя повысить, недостаточно монет, говорит. Ладно. Что мы еще можем сделать? О, давай, например, сами поменяемся местами. На нашего слугу. Оп, 5 урона дополнительно нанесли. Слуга ничего делать особо не может. Еще один слуга и здесь, но пусть будут. Окей, конец хода. А, он в ступоре. Отлично. Итак, мы продолжаем. Жух, 11 урона. Так. Он собирается атаковать 3 раза. Ну давай, исправься. 5 урона. Молодец. Так, погнали. Переключаемся. Бьем. Отлично. Собирается бить того, кто на второй, на четвертой позиции. Нам нужно что-нибудь с этим делать. Ну, давайте ломанем его щитом на 9. Так, одна энергия, говорит, осталась, да? У тебя особо-то дебафов-то нету, да, у нас навык выросли. Можем взять, по идее, защиту. Тогда он будет атаковать нас. 2 раза. Ну, что, мы же, по идее, танк. Поэтому давай так и сделаем. Давай. Оп. 5-9 урона. Оп. 4. И можем снова уйти в тени. И еще 5. Это довольно странно смотрится, но ладно. И давай от 5 до 9, скорее всего. Недостаточно энергии. Недостаточно энергии. Ой-ей. Ладно. Слушай, а если мы еще раз поменяемся? Сперва недостаточно энергии. Можно, чтобы поменяться, нужно как минимум 1 энергии. Ладно, ладно, заканчиваем ход. Ой-ой. Он убивает слугу. Ладно, ладно. Мы на тебя посмотрим. 20 урона тебе. Мы убиваем тебя, получаем монетки. Что у нас пишут? Это слабый монстр отдыхает впереди. Нормальная дорога, обычный враг. И слово слабый монстр. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Это называется слабый монстр. Такой себе. Я бы не сказал, что он особо слабый, но ладно. Давай так, бум. Так. Наложили дебафы. Так, 5 урона в тебя. Так, ниже 20%. Это надо еще постараться, ниже 20% пустить, да? Так. Давай так. 8 урона щитом. Неплохо. Давай тогда таунт на тебя, наверное. У нас 12. Можем еще получить немножко щита. А у нас энергия закончилась. Ладно. Жаль. Жаль. А, ну можем так сделать. Ага, издалека она оттуда атаковать не может, точно же. Глупо. Глупо. Ладно. Это неприятно. Там же еще новые пауки вылупятся. Надо с этим разделываться.
Не могла бы ты прийти сюда? Так, мы могли уже кучу урона нанести тем самым, но потратили 2 энергии. Зря? Зря. 13. Немножко не хватило. Ладно. 5 урона. Окей. Так. Ну, а минус один враг. Я думаю, мы переживем немножко урона. А, еще один. Я ж только что от одного избавился, ну. Сколько можно? Так. Давай-ка мы увеличим минимальный урон на 2. Давай так. 11 плюс так, 11 там вот нам, наверное, пока не нужен. Давай с тобой поменяемся. Так, 5 урона. Еще 5 урона. И еще 5 урона. Потихонечку бьем. Завершаем ход. Чего их так надо? Ой-ой-ой. Отвратительно. Еще один паук. Сколько можно? Пятнадцать урона тебе. Оп. Минус одно яйцо. Ну, хоть что-то. У нас, кстати, полная энергия. Надо разбираться с пауками. Особенно с тем, кто хочет атаковать такую нежную девочку. Так, для этого сперва... Надо, наверное, поменяться местами с тобой. Такой. Оп, 5 урона есть. Теперь от 7 до 14 давай тебя. Оп, 14 урона есть. Так, давай тебя. 0. Как 0? Почему 0? 0 меня не устраивает. Ладно. 5 урона. Плюс. Давай с тобой переключимся. Бей. 4 урона. Щит. И можем еще один джек, по идее, разыграть. Давай джаб разыграем. Все, конец хода. Что же, давайте завершать, наверное. Так, мы можем повысить твой урон. Так, 2 резонанса можем накладывать. Так, давай тебя. А, больше нету, да? Ладно. Так, 10 урона тебе. И... Тебя? Как 0 урона? Ну почему? Ладно, давай так. 1-1-1. Ну, хотя бы так.
Оп, 4-4. Отлично. Что-то у нас здесь здоровья мало. А, давайте. А, у нас энергии недостаточно. Но мы все равно можем делать так. Так, минус один паук. Минус один паук. А, отлично, вроде нас пока никто не атакует. Остается еще один паук. Гадость. Ладно. Где у нас самая дамажащая девчонка? Давай тебя 13 урона. Раз. Плюс, давай тебя. Оп, 4 урона. Маловато. Ладно. Давай поменяемся местами сюда. Оп, 4-4. Неплохо. Фу. Как-то было тяжеловато. А, давайте немножко отдохнем. Что-то написано по-китайски. Так. Редьки. Отдохнуть. Простой отдых. Так, 30. Делюкс у нас один, да? Есть суперский. Давайте тебя. Так. Ага, тут еще стоимость есть. А, мы потратили все наши деньги. Наверное, зря. Давайте сегодня поговорим. У нас реса есть. У нас нет денег, чтобы нанять дополнительно. Ладно. Ладно, мы спустили все деньги просто, чтобы восстановить здоровье. И бывает. Давайте пойдем дальше. Здесь. На дороге в город большой каменный блок стоит. Мы пинаем камень, внезапно открывает глаза и уставляется на нас с ними. Блинк-блинк. Вот, надеюсь, что он сможет присоединиться к нашей команде. Можем сломать его. Получим реликвию кусочка камня. А можем позволить камню присоединиться к нашей команде. Слушай, ну раз он хочет присоединиться, пусть присоединяется. Большой камень, он счастлив. Наша команда тянет рог. Как камень этот на спине, продолжай идти. Окей. Это очень странная вещь, скажу вам. Надо было, наверное, брать реликвию, но тем не менее у нас есть вот эта вещь. Можем носить 20 урона себе и половину урона одному случайному врагу. Какая странная вещь, я вам скажу. Так, ты. Переключайся на первую позицию. И бей кого-то. Ладно, давай повысим тебя. Не то чтобы это прям было то, что нам надо, но пусть будет. Давай наложим дебаф, например, на тебя. Шок. Получает больше урона от навыков и атак. Каждая атака носит половину урона случайному врагу. Отлично. Ну, значит, будем тебя атаковать. Бум. 18. А? Нет. Ну, давай переключимся с тобой. Оп. 8 урона тебе. Щитом, конечно, не можем. Можем таунт сделать. Давай таунт сделаем, чтобы... Чтобы что? Нам так-то без разницы. Поменяться местами мы сейчас не можем. О, 8 лотерея. А хотим ли? Нас вроде никто не атакует. Плюс 20 максимального здоровья. Когда камень мертвый, он восстанавливает всем союзникам 5 здоровья. Прощали подарок. Либо он хочет, чтобы по нему кликнуть 20 раз. Ну давай. Это странная вещь. О, можно получить случайную редкую реликвию. Давай, когда он умрет?
постараемся сами умереть. Кликнуть по нему 20 раз — это когда? Так, да, вроде пока не работает. По навыку. Я Каймани Химеду, у меня есть мечта. Хочу стать рок-звездой. Хочется, чтобы по нему. Так, его нельзя оживить. И в здоровье у него не восстанавливается. Всегда у него ноль. Окей. И как нам тебя выведут? Это просто ради юмора было написано. Непонятно. Но, тем не менее, можем получить 5 монеток, повышающих здоровье. Давай возьмем тебя. А все, монетки закончились, и надо ли нам? Слушай, ну давай так. Ну, я думаю, было неплохо. О, девчонки, девчонки, держитесь. Ладно. Ладно, ладно. Так, 13 урона. Теперь 30 урона, минус 1 слизь. Отлично. Так, и... Меня синяя станет с тобой. Так, ты меняйся сюда. Оп, отлично, одного достанили. Это замечательно. Теперь тебя можем бить щитом. Так, ты будешь бить меня, поэтому нам, наверное, лучше бы поменяться, но ладно. О, печальненько. Так, давай еще раз попробуем поменяться местами. Оп, ну, одного застанили, да? А, у него иммунитет к стану. Не получилось. Ладно. 15 урона здесь. Плюс... Сможем ли мы тебя передвинуть здесь? Так, минус 1. Так, ну мы как минимум можем... А, недостаточно энергии, но давай хотя бы таунт возьмем. И можем попробовать... нам нужна хотя бы одна энергия, да, чтобы призвать. Ладно, с этим мы немножко погадали. Так. Так, 15 урона. Меняйся местами с тобой. Раз, два. Теперь обратись к теням. Наверное, так. Надо было девчонку спасать. Но даст нам еще 2 урона. И девчонка, давай тебя. 30 урона. Молодец. Так, держать. Немножко опыта. Немножко монет. Можем тебя повысить, можем получать защиту, можем увеличить максимум здоровья. А, давай так, чтобы накладывать слабость. Ой-ой, нехорошо. Ну, вроде именно эту девчонку никто не целится. А, давай в тебя, бах-бах-бах. Окей, у тебя уязвимость. Бьем тебя. 13. Замечательно. Энергии не стало. А, 3 энергии надо. Понятно тогда, почему недостаточно. Ладно, давай попробуем сделать так. Но их тут слишком много. Это будет довольно тяжело. Камень.
Да, анимация тут, конечно, мое почтение. Опа, 38. Класс. Неужели мы больше ничего не можем делать? Пожалуйста, что-нибудь. А, мы можем там взять. Кого? Да, пока никого не будем таунтить. Конец хода. Понадеемся, что выживем. О, это хорошо ударил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Печаль. Она у нас неплохо так урон наносила. Ладно. Добиваем. Оп. Бьем тебя. А, мертва. Да почему же? Так, он собирается атаковать наш камень, поэтому... Ну, можем это что делать. Можем поняться местами, конечно. Нам это что-нибудь дало? Да, в принципе, ничего. Бум. Дубиной по нашему камню. Уязвимость наложила все дела. Ладно. Давайте нанесем кому-нибудь большой урона. Можем ее поднять. Уровень нет. Ладно, давайте. Оп. 13 урона. Минус мелкий. Теперь. Давай, значит, дебафы тебе. Бах-бах-бах. Чего у тебя? Слабость, шок, уязвимость, страх. Он будет выше, чем здоровье. Здоровье будет опущено до нуля. Боюсь, не наш уровень. Так, но он собирался кастовать какой-то особый скилл. О, 38. Это молодец. Это молодец. И можем тебя еще раз ударить. Давай, удар щитом. Добиваем. Добиваем. Это было тяжело, но мы получили монетки с опытом. Так, нам бы как-нибудь... Тебя... После того, как мы используем джеб 3 раза за ход, получаем одну силу, чтобы усилиться. Давайте найдем, наверное, сокровища. Что у нас здесь? Т08 энергетический щит. В конце нашего хода каждая непотраченная энергия даст всем союзникам 2 щита. Окей. Отправляемся, поспим. Здрасте. Да, я хочу. Значит, у меня есть вот эта мадама. Я хочу восстановить полное здоровье. Есть у меня 100 монет? Вот. Ребята, можно вот тот оно? Вот. Один уровень до босса, а вот. А как ее оживить? Пожалуйста. Пожалуйста. А, вот оживляет цель. Давай тебя. Теперь можем тебе немножко здоровья. И кого-то бесплатно. Давай вот тебя, няшная девочка. Тебя немножко полечим. Все, у нас остается 63. Бай-бай, говорит. Что у тебя есть? Тяжелый лук. Слаймовый меч. Все это красиво, конечно, но дорого. Вон там даже монетки продают. Но дорого, у меня всего 63 монетки, ты предлагаешь нам все тех же. А, давайте пойдем. Скоро будет босс. Хотя, может, на босса посмотрим. Ой, ты босс, что ли? Страшный. Позже он боди. Бум.
Давай, значит, на тебя кучу дебафов навесим. Так, уязвимость, страх, инфекция, неплохо. Оп. Оп, 44 урона. Неплохо. Так, теперь нам надо, чтобы ты таунтил. Так, нам надо камень, по идее, заменить. Давай так пока поменяем. 5-5. Неплохо. Ты можешь поменяться с тенью. Вот, тогда ты еще два раза атакуешь, да? 5-5. У тебя сила? Да, плюс сила. Молодец. Так, все, у нас не осталось больше ничего. Давайте пока на этом закончим. Оп. 24. О, тяжело. Он убил вас? Он убил вас. Камень. Давай. Нам какой-нибудь резкий реликвию. Чандало. Розовая урна. Несожженная энергия может аккумулироваться на следующий ход. Ну, знаете, такое не самое полезное, пожалуй. Давай, наверное. Так. Фоник, все, ты нас не атакуешь. Один ход. Вот из тебя. 1-1. Давай теперь. Глубокие чувства. 8. Фичка, давай. Свою мощную атаку на 35. А больше нам ничего не осталось. 55 урона он получает от яда. Так, ты можешь новый его, давай, достань. А, у него же сопротивление, точно. А, глупо, 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 ладно. Давай вот так. Так, и, наверное, так. А, у нас энергии уже недостаточно. Он будет тебя атаковать. Товарищ, держись, малышка. Пожалуйста, только не 28. Только не 28. 23. Еще и яд. Ух. Какой неприятный молодой человек, знаете ли. У него еще 92 счета. Так, мы бьем по 8. Можем ли мы как-то поменяться с кем-то местами? Например, с тобой. 4-4. Оп, сила у нас увеличилась. Так, у тебя все еще пока иммун. Наверное, пока конец хода. Оп, 92 урона получает. Получает щит. Но у него яд. И благодаря яду мы, собственно, большую часть здоровья снесли. Проблема в том, что у меня два сильных союзника уже ушли. Давай поменяем тебя. 4-4. Так, теперь мы можем, по идее, тебя ошеломить. Отлично. С тобой можем поменяться местами. 4-4. У нас что, слабость? Да вроде нет. Можем поменять с тобой местами? Оп, еще два. Оп, больше силы. Окей. Жалко, что у нас девчонка-то погибла. Боже, чего у него так много брони? Кто это вообще дизайнер? Так, он хочет дать нам дебаф. Я бы не хотел, чтобы мне дали дебаф, но выбора особо-то нет. Давай, значит, поменяемся с тенями. И раз, два. Затем меняемся местами. Раз, два. И затем джеб.
но выгоднее все же меняться местами. За каждую смену мы дважды бьем джебом. И, к слову, может, можем еще больше бить. Давай так. Происходит, но она как-то дает ему кучу ударов, и я, в принципе, только зрад. А хватит ли нам этого? Сейчас нас ядом покроют же, да? А, ну конечно. По 49 яда. Ну все, это конец? Это конец. Нельзя сейчас, говорит, использовать. А чё, я же напрямую-то атаковать-то не умею. И мои слуги напрямую атаковать не умеют. Ну, все. Но мы ему половину здоровья, тем не менее, снесли, и я считаю это успех. Хоть мы и проиграли. Зато мы посмотрели, что из себя представляет игра под названием Heroic, и можем двигаться дальше.